Сотрудники Видновского пассажирского автотранспортного предприятия собрались вместе в Доме культуры «Буревестник» на торжественный вечер по случаю 60-летия своей организации. Сейчас ПТП является филиалом акционерного общества «Мострансавто», осуществляющего пассажирские перевозки в Подмосковье. Я уверен, что наше основное достижение – это довольные лица, довольные люди, которые пользуются нашими услугами. Каждый день передвигаются в наших автобусах. Вот, наверное, основное достижение, что мы на сегодняшний день, здесь можно прибавить цифры, минимальное количество жалоб получаем именно по работе «Мострансавто». Принимая во внимание специфику профессии, не все работники смогли присутствовать на празднике. Многие водители находились в рейсах, а механики и диспетчеры на своих рабочих местах. Но те, кто был, рассказывали о своих личных достижениях. Пришел рядовым слесарем, долго работал, отучился на мастера и пошел выше. Стал уже начальником авторемонтной мастерской, плюс потом еще люди доверили первичную профсоюзную организацию, чтобы там поддерживать людей, чтобы отстаивать их интересы. Поработал учеником автослесаря, потом также в парке, когда получил права, у нас там еще были скорая помощь, на скорой помощи работал. И потом отучился на автобус и стал водителем автобуса, также работаю, продолжаю. Не забывает предприятие и своих ветеранов, к настоящему моменту уже вышедших на пенсию. Евгений Харламов работал водителем с 1969 года. Вся жизнь прошла в ПТП, все мы строили, все это было своими силами, никаких союзных организаций не было. И до настоящего времени предприятие живет. 60 лет – достойный срок. Предприятие прошло проверку временем и сегодня чествует своих сотрудников. Во время торжественной части гостей праздника поздравили официальные лица. Пассажирские перевозки – это основа социальной политики на любой территории. Наш Ленинский район в своей близости к Москве не исключение, наглядный тому пример. От того, как организована работа перевозчика, в первую очередь зависит настроение наших жителей. Вот ваш коллектив своим многолетним добросовестным трудом доказал, что Видновское ПТП оказывает качественные, бесперебойные, а самое главное безопасные услуги по перевозке наших жителей и гостей нашего района. За многолетний труд и вклад в развитие автотранспортной отрасли муниципалитета работники ПТП были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами. Поверьте мне, от того, как человек вошел в автобус, приехал на пункт своего, так сказать, назначения и дальше пошел на работу и обратно, зависит очень многое. А настроение виновников торжества в этот вечер поднимали творческие коллективы нашего муниципалитета. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.